Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня звучать музыка будет, как объявлено в афише, музыка солнечных, жарких краев Кавказа. Вот это слово, само Кавказ, наверное, кому-то напомнит о горах. У кого-то, возможно, возникнет ассоциация с гордыми и воинственными горцами. Кто-то, может быть, вспомнит о другом, о том, что Кавказ, здесь какое-то свое, необычное, совершенно кавказское истинно гостеприимство. Наверное, для кого-то еще Кавказ – это то место, где контрасты есть, разительные контрасты, потому что ведь здесь есть, мне кажется, бесконечные цепи белых заснеженных гор. Но здесь, в других местах, настоящее буйство красок. Здесь соседствуют мусульманские мечети и христианские храмы, холодные реки и теплое море, строгость нравов и темперамент в характере. Кавказ, конечно же, это люди. Люди талантливые, знающие себе цену, хранящие свои традиции, обычаи, свою речь, свой язык. Конечно, это тем более удивительно, что ведь народы Кавказа живут вот на таком стыке разных культур, восточной и западной. Но тем не менее они не потеряли своей национальной идентичности, они не растворились в других народах, не потеряли самобытности своей, о чем свидетельствуют как раз их обычаи, их культура, их народное творчество и музыка, песни Кавказа. Ведь они имеют способность западать нам, людям там не живущим, не родившимся, в душу, даже если мы не понимаем, о чем в них поется, и даже не пытаемся этого понять. Или танцы Кавказа. У них есть абсолютно все. Стремительность, энергия и грация. Вот эти полные огня мужские пляски, такие плавные, красивые танцы женщин. Лезгинка, танец общенациональный для всех народов на Кавказе живущих, хотя лезгинка в каждом народе имеет свои какие-то индивидуальные особенности. Конечно же, вот такой национальный колорит музыки этих народов придает еще и звучание инструментов. Зурна, каманча, тар, саз. Это только немногие названия. И, безусловно, на первом месте, вот в этом ряду, стоит название дудук. Этот инструмент с уникальным тембром. Вот один из исполнителей на дудуке, это армянский исполнитель Живан Гаспарян, он сказал следующее. Американцы и японцы не раз пытались воспроизвести звучание дудука на синтезаторе электронным способом. Ничего у них не вышло. Это означает, что дудук подарен нам самим Богом. Сегодня в нашей программе будет звучать дудук. Но знаете, вот так говорить о музыке Кавказа, это все-таки слишком и слишком обобщенно, потому что здесь живут десятки народов, и каждый народ совершенно справедливо претендует на собственную оригинальность и непохожесть. Музыка Азербайджана. Наверное, если говорить о народной музыке, то в первую очередь муга. Это целое искусство, которое от исполнителей требует знания, умения, виртуозности. Это музыка, которая исполняется как инструменталистами, так и певцами. И это музыка, которая довольно сложна по строению, потому что включает в себя множество разделов, а это фиксированные разделы, те, что запоминаются и исполняются практически одинаково. И это свободные, импровизационные. А грузинская песня и грузинское пение. Даже когда говоришь грузинское пение, там вот внутренним слухом, будто слышишь сразу его, эту удивительную, неповторимую полифонию. Это особую голосовую технику, мужское пение ансамблем или хором на 3-4 голоса, пение, которое имеет давнюю историю, несколько столетий, и пение это, оно и вобрало в себя и историю, и горечи, и радости грузин, и, конечно, их любовь к родной земле. Но вот это все речь шла о народной музыке, но многие народы Кавказа еще из своих рядов, то есть,
выдвинули и профессиональных композиторов, чьи произведения сегодня звучать будут. И эта музыка, которая вобрала в себя национальный колорит кавказских народов. И в первом отделении прозвучит музыка азербайджанского и грузинского композиторов. Кара Караев. Два фрагмента балета «Семь красавиц». Вальс и адажио. Исполняет Омский камерный оркестр. Дирижер Григорий Вебер. Thank you.
Гадзе, 10 миниатюр. Лале, Инди Минди, Сачидао, песня, плясовая, лети ласточка, шутка, пастушья, сулико, танец.
Thank you.
Thank you.